Харьков, 10 декабря 2017 года, 14:08 по Киеву. Вот она, наша новогодняя елочка. Дней 21 до Нового года. Каток уже открыт. Каток бесплатный, то есть со своими коньками. Вход бесплатный, ну есть и аренда коньков. Отсутствие снега не дает предновогоднего настроения. Но время еще есть. А пока лужи у нас. Елочка стоит в луже. Лужи вполне дают представление о том, что температура плюсовая. Не дают представления о том, насколько плюсовая. Плюс 10 градусов сейчас. Какие-то аномальные погодные условия. Ладно, может вечерком еще зайду. Посмотрю, как она сияет огнями, отражаясь в тех же лужах, наша елочка.